Стартовал новый сезон ночной хоккейной лиги. В предстоящем чемпионате Магнитогорск будет представлен сразу в трех дивизионах, а количество команд-участниц станет рекордным. Накануне на льду арены «Металлург» состоялся матч открытия в Лиге мечты. Подробности в нашем следующем сюжете. В первом матче сошлись прошлогодние бронзовые призеры всероссийского этапа Лиги мечты «Стальные топоры» и сборная МГТУ. Квалифицированная судейская бригада, музыка, диктор, внушительная армия болельщиков, а также прямая трансляция. Антураж дебютного поединка не уступал баталиям профессионалов. Волнение небольшое присутствует у всей команды перед первой игрой, перед матчем открытия. Хотелось бы как минимум сыграть в этом году не хуже, а то и лучше. Ну и надеемся, что и выиграем отборочный этап. Поедем опять в Сочи. Готовились мы уже с августа месяца, даже раньше. Пока был финал того года, уже много было желающих. Поэтому готовы полностью, много новых игроков у нас. Топоры открыли счет уже на второй минуте усилиями Евгения Чурляева. Впоследствии студенты отодвинули игру от своих ворот и два периода оказывали достойное сопротивление матерому сопернику. Однако в третьей 20-минутке опыт взял верх над молодостью. Итоговый результат 4-0 в пользу топоров. Изменения произошли по мечте серьезные, конечно. Добавили 8 спортшкольников, было 3. Хоккей стал намного интереснее, потому что ребята добавились те, которые закончили уже хоккейную школу, и хоккей выходит на другой уровень. В предстоящем сезоне значительно расширится магнитогорская делегация любительских команд. На фестивале ночной лиги к дивизионам Лига мечты и ветеранскому 40+ добавятся представители Лиги надежды, объединившие в своих кругах игроков без профессионального хоккейного прошлого. Ее победители сразятся с чемпионом Челябинской конференции за право представить область на всероссийском финальном этапе в Сочи. В этом году в Магнитогорске запускается ПНХЛ Лига надежды. Ни разу не проводилась она. Вот первый раз проведем Лигу надежды, там играют одни любители. Помимо «Стальных топоров» и сборной МГТУ, в Лиге мечты примут участие коллектив «СМС-групп» и новички «СТК Строй». Регулярный чемпионат продлится до марта, затем в рамках плей-офф команды разыграют заветную путевку на всероссийский финальный этап. В Лиге надежды и ветеранском 40+ за право представить область в Сочи командам предстоят стыковые матчи с победителями Челябинской конференции. Елена Вишнякова, Михаил Скрыль, Егор Суханов, информационная служба медиагруппы «Знак».